Она очень хорошая, она очень красивая и нас очень хорошо учит. Кто бы нам мыл посуду, кто за нами ухаживал, кто бы нам накрывал столы. Детей надо воспитывать, чтобы они были хорошими, добрыми, не безобразничали. Я поздравляю всех воспитателей с этим праздником. Я хочу, чтобы они были добрые, учили нас хорошо, что они похожи на моих, на мам, на бабушек, и всегда они любили всех детей, хорошо выступали нас, были хороши, добры. И еще, чтобы они нас хорошо о нас заботились. Добра, вежливости и богатства. И, да, еще красоты.